Всем привет! Сегодняшнее видео я хочу начать со своих покупочек. Вот, в общем, первая моя покупочка — это шапка с Алиэкспресс. Вот такая вот теплая шапочка с веревочками, с бубончиками. Вот, здесь тоже бубончик. В общем, эта шапка очень теплая за счет подкладки. Вот здесь такая теплая подкладка. Вот, прошито все качественно, хорошо, мне понравилось. Вот, и по краю она вот здесь тоже вот прошита. Вот она. В общем, все качественно, хорошо. Такая вот красивая шапочка. Я сейчас ее одену на себя. Вот. В общем, я ее выбирала, чтобы у меня были закрыты уши. И вот за счет подкладки она очень теплая. Я уже ходила на улице. Вот. И, в общем, очень-очень тепло в ней. Уши не дует. В общем, а в пальто вообще прекрасно. Такая вот хорошая шапочка у меня. Значит, вторая моя покупочка — это пряжа. Я, значит, выписала с сайта рукоделия вот такую пряжу Alize Extra. В общем, мне не хватало на платье. Я выписала еще 8 моточков. В общем, у меня уже 2 моточка в деле. И здесь осталось 6 моточков. Вот. В общем, и еще я, значит, выписала себе вот такую пряжу. Это тоже Alize Extra. Вот, но это цвет, значит, камня, вот такой вот цвет. Вот, в общем, я выписала 12 моточков. Я хочу себе связать кофту на весну. Тоже буду вязать 2 сложения в 2 ниточки. Вот, в общем, вот такая моя большая покупочка. Вот. Еще я хочу сегодня показать, значит, что я связала. Вот, в общем, я связала спинку. Вот, вот спинка от платья. У меня, значит, здесь идет пройма. Здесь вот горловина. Вот. В общем, это спинка. Сейчас она, правда, закручивается. Ну, ничего страшного. Я, значит, довязываю перед. Так, вот это вот аналогично, значит, спинке. Я вывязываю перед. Вот. И, в общем, мне осталось вот немножко. Сейчас я вот до сюда довяжу и буду делать вот так горловину. Вот. Потом буду вывязывать уже рукава. Ну, вот такая вот у нас получилась вязалка. Вот такое вот у нас будет платье. Я думаю, что неплохо получилось. Вот. Ну, в общем, когда будет готово, я покажу уже готовое платье. Ну, на этом сегодня мое видео закончено. Всем пока-пока!